Всем привет! Очередной обзор вкуса изолята протеина от производителя BioTech USA. Серия Isoway Zero, базовая серия по изоляту. И вкус сегодня на обзоре латте. Так, сразу смотрим, что по белку. По белку у нас 21 грамм белка на этот пробник в 25 грамм, что говорит нам о том, что в продукте содержится 84 грамма белка на 100 грамм продукта. И дальше у нас рекомендации по употреблению. Смешать одну порцию 25 грамм с 200 либо 300 миллилитрами воды и тщательно перемешать в шейкере, употреблять один раз в сутки. Чуть другая рекомендация, то есть уже есть какой-то разбег от 200 до 300 миллилитров. Так, ну вскрываем, смотрим. Так, кстати, я смотрю, что присутствуют гранулы другого цвета, то есть порошок неоднородный. Посмотрим, к чему это приведет. Так, в шейкере 250 миллилитров воды. Среднее значение по рекомендуемому производителю нормам. Так. Ну, по цвету на латте больше похож, чем вкус такой же был на обзорах от производителя MyProtein. Так, пена чуть-чуть образовалась по запаху. Ну, запах химический идет, химического латте, аналогичный, в принципе, как MyProtein бренд один в один. Сейчас скажу по вкусу. Так, по вкусу они практически аналогичны. Чуть менее сладкий, чем MyProtein. Ну, кстати, вкус неплохой. И даже послевкусием идет именно кофейная такая небольшая горчинка. Такого в MyProtein не было. Если сравнивать с ним, там больше химии было. Здесь как будто чуть-чуть добавлено реально натуральное кофе. Причем такая горчинка, как после зерен идет. Вкус приятный тем, кто любит кофе. Особенно латте, я думаю, зайдет. По белку, в принципе, в среднем по серии. Поэтому этот продукт такой для любителей кофе сугубо. Вот. Такой обзор. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал. Будет еще много других вкусов. До свидания.